Добро пожаловать на мою кухню. Меня зовут Егор. Это первое вступительное видео, в котором я хочу вам рассказать, что будет происходить на этом канале. Для этого я попробую ответить на 4 вопроса. Первое. Кто я такой? Второе. О чем этот канал? Третье. Зачем этот канал вам? Четвертое. Зачем этот канал мне? Итак, мы уже определились, что меня зовут Егор. Я программист-самоучка, с общим стажем работы уже около 15 лет. Я начинал трудиться в Delphi, потом потрогал 1С. Да ты имбецил. Затем изучил Unity, C#, попал в геймдев, где последние 10 лет занимаюсь разработкой мобильных приложений. Около года я провел в стартапе, а все остальное время я... О чем же этот канал? Этот канал я хочу посвятить своим личным разработкам. В данный момент я создаю 3D Action RPG и планирую выкладывать видеоролики с прогрессом, с результатами этой разработки. Я не буду выкладывать здесь душные ролики по изучению синтаксиса C#. Я не буду здесь объяснять, как работают компоненты в Unity. Таких каналов в YouTube полно. Вы сами найдете и разберетесь. Я вам здесь не нужен. Я буду делать акцент на том, на чем я специализируюсь. Это проектирование приложений, архитектура приложений. Здесь вы, возможно, увидите какие-то интересные решения, которые захотите сами использовать на своих проектах. Я буду отвечать на ваши вопросы, подробно объяснять какие-то моменты, которые вскользь упомянул или которые кажутся вам непонятными из моих видеороликов. Но, разумеется, будут и мемасы. Мем. Зачем вам этот канал? Этот канал может быть интересен как начинающим, так и продвинутым разработчикам, инди-разработчикам или корпоративным разработчикам. Ну, людям, которые просто любят играть в игры. И которым, возможно, интересен процесс их создания. Помимо канала на YouTube, я создам еще телеграм-канал, в котором буду выкладывать какие-то посты, потому что не все удобно приводить к видеоформату. Зачем же мне этот канал? Ну, тут есть несколько причин. Бабки, бабки, сука, бабки! Во-первых, стимуляция. Введение проекта в медиапространство будет дополнительно подстегивать меня к разработке. Ответственность перед подписчиками – это хороший стимул продолжать активную работу. СДВГшники-прокрастинаторы меня поймут. Во-вторых, фидбэк. Моя игра – это игра от игроков для игроков. Я хочу сделать игру, в которую приятно будет играть мне и вам. А для этого очень важна обратная связь, которую я и надеюсь получить от вас. В-третьих, информирование. Я надеюсь, что рано или поздно моя игра увидит свет. И чтобы ее кто-то купил, а не хоть кто-то должен знать. И я надеюсь, что с этим мне поможет ведение YouTube-канала. Итак, я надеюсь, что я помог вам сформировать представление о том, что вы здесь найдете. Также я оставлю ссылку на телеграм-канал где-то вниз в описании, если я разберусь, как это делается. И следом за этим видео я выложу следующий ролик, коротенький, в котором я опишу процесс начала разработки. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Счастливо. Канал.